Привет! Я решила перевести из моего инстаграма видео сюда на ютуб, показать, чем живут певцы оперные, также снять свои видео более длинные с распаковками различных товаров с Алиэкспресса. Праздник продолжается. Я знаю, что нельзя снимать, не снимать полгода и, короче, все выложить за 2 дня, но просто у меня нет сил ждать. Мне нет сил ждать, и это должно случиться. Одно, к сожалению, видео запоролось, и один уже открылся. Там такие оказались прекрасные сережки, которые тоже, как и колготки. Колготки я посмотрела, они пришли, были заказаны в конце марта, то есть они шли 3 месяца, и уже за них вернули деньги, потому что уже все считали, что они не дойдут, и вот они пришли. Так что бонус бесплатный колготки. Так. Это я уже тоже по ощущениям знаю, что. И тоже что-то, что, кажется, за что уже вернули деньги. Это держатель, на который я буду снимать следующее видео, потому что сейчас телефон стоит не пойми на чем. Держатель для, как называется, для смартфоновой треноги, назовем его так. Праздник, праздник. Это, конечно же, сережки. Опять с личиками, как и серебряные, тоже в футболке. Все как верно. Ох, хрюкая. Что ты, моя хорошая? Да, конечно же. Еще сережки. Вот эти вот для этой блузки, которая мне. Это для синейки и для белой блузки. Обязательно покажу. Реально, я их 3 месяца ждала, и я думала, что они уже где-то валяются, разбитые в Латвии. Это тоже сережки для моего розового костюма. Это просто нереальный праздник. Так, это, кстати, тоже знаю, что это приклеечки. Наклеечки на руку, которые наклеиваются водой. Такая милота для моих детей. Так, еще. Спасибо, бог Алиэкспресса. Это, я знаю, надо вот так показать. Это чайм для браслета. Чудесный белый чай. И что-то самое большое на самый конец. Эй, еще одна полиэстеровая блузка. Это предполагалось для моей розовой. И еще один пакет, который пришел уже сегодня, который я добавлю в наше видео, которое сделала вчера. Это на этот раз написано «Dressless». А на самом деле чудесная юбка, как же она называется, вермишель, по-моему. В описании будут ссылки на мой инстаграм, на канал моей школы и на телеграм-канал, где я выкладываю ссылки на свои товары.